Более 130 участников из Великого Устюга, Красавина, Никольска и Мантурова Костромской области собрал турнир по самбо. 10 первых мест завоевали бойцы детской и юношеской спортивной школы Никольска. По 5 побед у спортсменов Великоустюгского клуба «Мороз Файт» и спортивного клуба «Пышут» из города Мантурова Костромской области. Я считаю, что нам есть куда расти, есть развиваться, над чем работать. И я считаю, что без падения не бывает, как говорится, и взлетов. И у меня были такие моменты, что бывало и проигрывали, бывало не получалось. Но тут главное, чтобы родители настраивали, тренера помогали. Только вместе мы сможем достичь каких-то определенных высот, будут хорошие результаты. Обладателем открытого Кубка Великоустюгского района по мини-футболу стала команда ПЧ-26 из Котласа. В финале в напряженной и драматичной борьбе железнодорожники выиграли у «Новатора». После первого тайма счет был 2-1 в пользу «Котлашан». На точные удары Игоря Говшева и Сергея Сабанина ответил одним точным ударом Владимир Галкин. Во втором тайме зрители увидели 9 забитых мячей. Команда «Новатора» не только отыгралась, но и вышла вперед и была очень близка к победе. При счете 5-4 футболисты не использовали явный момент увеличить преимущество. Сработал футбольный закон «Не забиваешь ты, забивает тебе». Котлашане сравняли счет, а в концовке забили еще дважды. Героем последних 6 минут стал Владимир Преснухин, сделавший хет-трик. В итоге 7-5 и обладателем кубка становится команда ПЧ-26. Команда Великого Устюга стала бронзовым призером первенства области по мини-футболу среди юношей 2003-2004 года рождения. В полуфинале устюжане уступили Вологде 3-4, а в матче за третье место выиграли у Белозерска 6-3. В Костромской области состоялся межрегиональный турнир по бадминтону, посвященный Дню космонавтики. В личном первенстве устюжанин Владимир Шадрин занял 9 место из 24 участников, 5 из них являются кандидатами в мастера спорта. В парном разряде Алексей Полицинский и Владимир Шадрин удостоились 5 места из 16 команд. Валерия Шадрина и Нина Пономарева заняли 3 место.